питание. Рэп заебал, да, РКК. Но все равно погромче, на трубу звонит ромчик. Немовский клан, суши-пар, глядя. По 500 баку берем, не глядя, глядя на заднем. Рома ждет в Кигельване, хочет базара, а на варе за товар послан типа бригадой. Ну че звал? Товар, деньги, мальчишки, деньги, товар. Подходим к стоянке, ромчик хромает, выходим к машину. Меня ломает, свой багажник открываем. Рома смотрит, нервно кивает, открывает свой. А там наш братка-дрон с реально отрубленной головой. Вот и дождался Рома соснового гроба. Я убил его выстрелом в кадык дерганый. И мы подорвались, по дороге над бледьми поиздевались. Минеты, дверь, толчком ноги, глядей на асфальт. Грамм плана, нужна программа, чтоб прикопать друзей Романа. Все решили, едем не быстро. Подъехали, красный кирпичный дом Истра. Ходим без стука, ноги не вытираем. Вынимаем стволы, мастик застреливает, сука, сразу. Осматриваем хазу, видим двух кексов с калашами. Кексы оплошали, один наш ранен. Ну что, по комнатам? А все ли дома? Лицо жены хозяина нам знакомо. Выстрел, бомба, еще он убегает. Баклан на стволах, бросил гранату. Разбрызгались ребята, но второго нашего зацепили. И все, кто в доме, будут в могиле. Пошли наверх, и с нами поднималась дверь. Коренек типа сын, включающий сын. Прострелили коленки, отмщение, бля. Потом застрелили щеня, сильно, бля, визжал. А вот и бабуля на звуки пришел и встал. С помповым треники купола старше их сам. Че говорит, ребятки, у вас за два парки. Шумите в гостях, че проблемы, и сам. И сам грядки, до сила захуй. Я достал голову дрона, взгляд как живой, сказал, спроси у него, может он в теме. Папа молчит, мои пацаны поднимают стволы, для папы остановилось время, встали котлы. На обратной дороге курили, молчали, и делая очередной напас, каждый из нас врубался, что жизнь и по вкусу, и на вид напоминает шир, и слаще не будет, но наш товар при нас. И мы живые люди. У вас в багажнике товар, белый товар в целлофане. И это нихуя не детское питание. До свидания. Белый не будет в багажнике товар, белый товар в целлофане.